Мы богатая страна интеллектуальными ресурсами, нашими инженерами, учеными, специалистами, которые и при царе, и при советской власти сделали колоссальные открытия практически по всем фронтальным направлениям науки и техники. Однако их выталкивают десятками и сотнями тысяч за границу, создав для них немыслимые условия жизни и труда в настоящее время в России. В настоящее время силами нашей партии возрождается духовность нашей стране, и я об этом немножко скажу ниже. Мы богаты зарубежной собственностью, ибо Россия за рубежом, как я уже говорил на прошлом съезде, принадлежат ресурсы на сумму более 300 миллиардов долларов. И вот эта богатейшая страна в настоящее время поставлена в позу нищенки, дамы с панели.